И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Итачи, Гусанёк, Уга-Буга, Данил Энтифай, Венера, Санёк Сейф, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем хай. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня очень классный и веселый ролик, потому что мы будем убегать в школе Балди и угадать от кого? Правильно, от Балди. Если тебе кажется, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Это тот Nextbot, когда он просто может проходить сквозь двери, он их не открывает. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Обязательно залетайте в наш Дискорд, пообщаемся и поорем. Ссылочка где? В описании. Совершенно верно. Так, пацаны, я поставил первого Балди, и нам жопа. Зайчик, я тебя покушать принес, угощайся. Кстати, от него очень легко убегать, но это пока есть один Балди, а когда это уже много будет... Беги, Уга-Буга, беги, быстрей! О, кто-то умер уже... Это Гусенек убил. Есть контакт. А я специально подался. Вот теперь я буду выживать очень качественно. Ребята, сейчас смотрите. Это тот случай, когда я не смогу проиграть ни разу. Ой, беги быстрее. Быстрее беги. Я бегу. Я в столовке. Гусанёк, давай тут будем выживать. Я кушать хочу, они не мешают. Они тебе будут мешать всегда. Кстати, тут можно от них убежать? Можно. Да. Если осторожно. Гусанёк, ты чего слился? Ребята, в конце ролика мы обязательно будем подсчитывать голоса и смотреть, кто меньше раз умер, тот будет победителем этого ролика. Кто больше всех раз умер, вы догадались. Беги, Балди. А что ты убегаешь? Это твой друг. Все, стой, Балди, это твой же друг. Иди подойди к нему. Блин, я хотел тебе двери закрыть, чтобы ты не успел пройти. Это было бы классно. Смотрите, ребята, он сквозь двери сейчас пройдет. А, убил еще кого-нибудь. Смотрите, сквозь двери проходит. Что за телепортатор волшебник, а? Ё-моё, это, знаете, жидкий металл, который может преодолеть любую препятствие и замочить гусанька. Да, гусанек? Ребята, ну это случайно, я не хотел спамнить возле Санька. Я просто хочу, чтобы гусанек в этом ролике умер. Много раз, и я выиграл сейчас, его. Сейчас ты умрешь. Нет, я не умру. Я не смогу. А, хорошо. Гусанёк их перепрограммировал, чтобы они меня убивали. Я буду мстить. Я ставлю еще. Ребята, 20 Балди. Сейчас они будут вам линейка по башке всем бить. Я прям слышу, как они приближаются. Быстрей. О, если я буду на столе. Они не убьют. Они по столу могут лазить. Я знаю место, где они не могут нас убить. Гусанёк, ты знаешь, где это? Качеля? Да, как ты догадался? Легко и просто. А! Мамочка моя, я дернулся со всей силы. Так, жопы морские, отвалите от меня. Со всей силы бегите. Так, там Балди, здесь никого нету. Че, пацаны, давайте встречаемся возле горок. Я возле горок вас жду. Там один центральный вход. Ого, их там! Все, ребята, вот тут сейчас я смогу выжить, смотрите. Я не хотел никому этого говорить. А у меня, блин, по 10 кп тратится. О, есть. Все, ребята, мы тащим. Что? Да это нечестно, это какой-то баг, что за фигня? Мы выжили. Вы выжили? Да, мы убежали. Блин, да вы читеры, конечно, я вас запомню. Мы профессионалы. Читеры-профессионалы. Встречаете в кинотеатрах. Вот тут они не выиграют. Смотрите, я нашел такое место, где не смогут. Что такое? Кто их сделал такими злыми линейщиками? Так, вот один идет. Но когда он один, от него очень легко убегать. А когда их много, конечно, это жесть. Окружили, обманули и убили. Вот тут не убьет, да, меня? Все, ребята, я нашел место, где они не могут убить. Да ну блин, что за бред? Они не должны меня так убивать быстро. Они должны медленно убивать меня. Так, давайте пока здесь посмотрим, у кого сколько смертей. Так, пока Санёк сейф, у него больше всех смертей. А потом я иду.
А Итачи. Короче, приблизительно плюс-минус, ну, у Гусанька 10 убит. Стало меньше Угабуга, ты чё? Угабуга, ты где? Так, надо Угабуга взять физганом и засунуть в рот Балди. О, да, есть, только сказал. Отлично. Да что ж такое, блин? Хочется как-то примитивно выжить. Кстати, это, вы заметили, что это, наверное, те NPC, от которых вообще невозможно скрыться? Мне кажется, надо еще, да, ставить? Да, нужно 50 штук. 50 штук, как и сказал, поддерживая полностью тебя. Ребята, это сейчас будет жопа. Это просто заполонили, это учителя, у них учительское собрание. И они, короче, ходят детей убивать всех. Ух, как смерти пошли, смотрите, справа вверху, как появляются. А нет, кстати, все, никто не умирает, что за бред. А, я знаю, узу нужно выжить, вот. За мной вся толпа бежит. Ай, блин, да ёма, я так дергаюсь, когда эти меня хотят убить, но они голимые. Почему они меня убили, я же свой. Ты директор, а не учителя, тебе будет учителем. Да что ж так, Гусанёк, они меня убивают. Ой, пушкой убивают, я тут на стуле сижу. А где ты на стуле? А что, когда на стуле не убивают? Ну, наверное. О. Все, я нашел меня. Вот, они меня не могут убить, смотрите. Да ну... Отлично. Прости, Саня. Ты все испортил. Ты испортил все, понимаешь, ему? Нет. А! Ты хороший. Так, а где же Гусанёк? Хочу к нему пойти, где ты? Я возле столовой. Они издеваются надо мной со всей силы. Я иду в столовку, пацаны, ожидайте меня. Блин, только еще как-то туда попасть? Я в столовке тоже. Да! Так кто ж так такие, а? Там, блин! Все в столовке. Они все там. Они везде, повсюду. Ребята, представляете, мы поставим 100 штук. Как вы думаете, ставить 100 штук или нет? Да. Точно? Все, ставлю до лимита. 101 штук должно быть. Все. 101 балди. Это просто жесть, ребята. Это самое сложное выживание, которое мы наблюдали на моем канале. Сейчас вы все поймете. Сейчас они распространятся по всей карте. И они будут просто в каждом классе, в каждом коридоре, в каждом выходе и входе. Просто везде нас... Вот видите, что делается? Даже там я спамнюсь, они уже нашли это место. Вот он сзади меня бежит. Я смогу. Я смогу, я смогу. Так, а как бы его обмануть? Да блин! Вы видите, в одном классе 10 штук. Нет, Балди! Нет, помогите! Да что ж такое? Да блин, о, Гусанёчек. Нет, через стол быстрее. А, ты... Да ты же не дай, я читер вонючий. Читеров мы не любим. Гусанёк! Вот так ты со мной поступил. Ребята, я понял. Ну я не понял, ну нет, ну не трогайте меня. Смотрите, на входе стоят специально. На входе стоят, чтобы я не вышел. Димас, я их отвлекаю, давай. Спасибо тебе, спасибо, отвлекай. Ты что, все 101 штуку отвлекаешь? Со мной то папа такая. Блин, а чуть головой как в Марио потолок не пробил. Ты за мной как Марио бегает. А, где же Гусанёк? А где Гусанёк? Он на меня залез. Да? Да, его убили за это. А, блин, я уже его искать начал под карты. А, я вот нашел это место. Все. Димас, они вход караулят. Вот, я нашел место, где Гусанёк был. Все. Я затащил. Ребят, ну что, теперь будем ждать, как все сливаются и умирают. Видите, подошел, посмотрел, видишь, что убить нельзя. Еще раз одна попытка. Так, не получается. Что же делать? Что же делать? Так. И еще раз. Ну, никак не можно достать. Гусанёк, ты хорошую нычку мне нашел. Мне нравится. Почему он как-то ходит? Вправо-влево. А я знаю, что он так ходит. Он думает, что я буду выходить и не выпускает меня. Если я так ближе подойду. Варда. Нет, нет, отвали. Хорош. Ребята, я немножко хоть успокоился. Так как они меня мочили. Гусанёк, а ты будешь идти ко мне? Не знаю. А ты можешь ко мне прийти, пожалуйста? Я тебя прошу. Так, Гусанёк, 22 смерти. Так, смотри, как у него прям капают. Смотрите, как у всех смерти тут добавляются потихонечку. Вот, 13. Угабуга, что-то у тебя уже много. Не, у меня мало. А? Запрыгивай, запрыгивай, я в тебя верю. Нет? Они, не хватит? Не, я, а не, я не... Возрожда... Ну, не... Все, они ушли, возрождайся.
Это веселье, блин, ребята, настроение просто классное. Да если вы сейчас смотрите наши ролики и немножечко улыбаетесь, как гусанек. Не, давай без этих штук. Гусами проб. Ну, гусак, ты испортил, ты понимаешь, что? Вот видишь, что ты сделал? Ты портишь нам всем жизнь, ну что ты сделал? Ты физгономов поднял, из-за этого он прыгнул и убил меня. Димаш, убирай спавнер отсюда. Нет, вы... я тебя специально буду, чтобы все страдали. Гусак, а что ты не возрождаешься? Она не хочу. Осталась. Не хочу. Блин, ребята, это класс. Смотрите, как скелет умирает постоянно. Ну, скелет, у тебя сейчас получится. Давай еще раз. Я верю в тебя. Димас, посмотри, они там все стягут. Так, 36. А у меня 33. Так, ну, в принципе, не хочется возрождаться, но надо. У меня какое-то дежавю. Если я поворачиваюсь, то Балди тоже наклоняется в другую сторону. Гусарик, давай еще раз попробуй, у тебя получится. Мы в классе танцуем. Давай, 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 давай. Ну, быстрей. Что? Я тоже хочу так. Так, ребята, сейчас мы, короче, подлавлю момент и застрём в друг друге, ёбать! Подлавлю момент и бежим! Подлавлю момент и бежим! Подлавлю момент и бежим! Короче... Дима, далеко бежишь? Все, я понял, смотрите, я понял. Все, 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 сейчас подожди, я понял, смотри. Все, вот теперь я точно понял. Вот сейчас, сейчас я подлавлю, смотрите, этот момент. Пинер? А! Да блин, ну что там, жопа, полежи, ну ты же Спайдермон! А! А! Да блин! О! Я... Че, смотрите, как я лежу? Я устал, я хочу полежать здесь просто. Давай, давай, давай. А ты где кошмар? Да блин, почему моя жопа там застреет? Я не понимаю. Все, вы все умерли. О, где? Они умерли? Нет. Пинер где-то сныкался. Да блин, я хочу выбежать с класса. Да ну ё... Вот это жесть. Ладно, давайте немножко считерим, но я хочу все-таки эту штуку проверить. Гусёк, ты можешь всех тпхнуть сюда на стулья? Я хочу все-таки сделать тот момент, когда они все сюда придут. Надо. Давай, всех на стулья, всех. Во, все, ребят. Гусёнёк. Гусёнёчек. Ну почему я один, я страдаю теперь? Да, все, все, отлично. А где все? Че они не идут сюда? Я, а тут не все, 8. А 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А че они не идут к нам? Балди, мы вас ждем. О, давайте кое-что проверим. Сейчас у меня кое-что интересное проверим. А, админский пистолет их не берет. Админ. Жопы! Надо было себя убить лучше, чем им отдаться. Найте вам. Вот и все! Просто одним выстрелом уничтожил всех. В этом ролике проиграл у нас Гусанек, а победил Димас. Я. А, да? Так, так, ладно, ладно, ладно. Первые места у нас Угабуга и Венера, а последнее место Гусанек. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока!